На одной сцене в одном танце дети разных национальностей. Концертный номер – символ. Символ единения, нерушимого и непобедимого. Праздник во имя Родины, организованный Мордовской национально-культурной автономией Самары, стал многонациональным. Ведь победа одна на всех. У нас работает сегодня много секций, на которых принимают участие и дети, и взрослые. И мы рассказываем о военных трудностях, о том, какими они были, о том, как они преодолевались. И что самое главное в победе – это было великое сплочение народов. Когда в трудный момент все народы объединились, только тогда была возможна наша великая общая победа. Мордва, как и многие другие народы, внесла свой вклад в победу и на фронте, и в тылу. 63 героя Советского Союза, 18 полных кавалеров Ордена Боевой Славы, представители мордовского народа. Среди них летчики Михаил Девятаев и Алексей Моресев, моряк-подводник Федор Ведяев. О подвиге дедов и прадедов помнят совсем юные самарцы. С дрожью в голосе и слезами на глазах они читали письма, пришедшие с войны. Открытые сердца и искренние слова для главных гостей праздника – ветеранов. Это исключительно, вот я как никогда, особенно 70 лет, ведь весь, многие страны мира отмечают сейчас, многие страны мира отмечают такой великий праздник. Чтобы новое поколение чтило историю родного народа, в 100-й самарской школе работает воскресная мордовская школа, где ребят не только учат языку. Мы принимаем участие в разных мероприятиях, в том числе и в конференциях. То есть наши ученики нашей воскресной школы вот совершенно недавно участвовали в программе города именно «Одна на всех победа». И мы стали лауреатами второй степени. На фронте не спрашивали, какой национальности товарищ. И отдать готовы были последние. Великая победа, подвиг всех народов, многонациональной страны, единая гордость, единая сила. Алина Чемерис, Марина Кравцова, Максим Гусев. События.